холеники, полыми зелёники, прочь минуты сонные на дно. Сегодня мы празднуем маленькую победу. Из разбитой, поломанной лодки, выброшенной волнами на берег, мы своими руками построили красавицу яхту. Пробное плавание на остров Адалары пойдут сами строители яхты. Лучших из них мы будем сейчас тренировать. Пионеры, берите пример со своих передовых товарищей. Крепче держите руль. На учебу, на дружный коллективный труд. Да здравствуют ударники Артека! Товарищи, приступаем к тренированию лучших осводовцев. Товарищ Юдин, инструктор кружка. Штурман, лови! Оп! Эй, капитан!
Оливера вслух. Ну, ребята, тихо! Мой отец имел небольшое поместье в Нотингемшире. Я был третьим из его 5 сыновей. В юности я занимался медициной, а затем плавал несколько лет корабельным хирургом. Однажды я отправился на судне «Антилопа» в Южный океан. Стояла бурная погода. Огромные валы перекатывались через палубу, и ветер оглушительно ревел в парусах. Вдруг я заметил корабль с черными парусами. Это были пираты. Их быстроходный бриг врезался в корму «Антилопы». Удар был так силен, что я перелетел через борт и упал на палубу пиратского корабля. Раздался страшный треск. Бедная старушка «Антилопа» шла ко дну со всем экипажем. 1000 чертей перебили пираты. Шляются тут всякие старые калоши. Между тем буря все Thank you.
оружие. Машина шефа полиции. Шефа полиции? Шеф полиции, собственно. Ну, мы его обшли.
большевикам. Толпу убрать? Есть. Хельси, парламент. Ульвера. И... усадить. Да-да. Сейчас увидим, сейчас. Снотворное. Ага. Подождите, не мешайте, не мешайте мне. Сейчас. Не беспокойтесь, хватит качай. На конце, да. Ну, профессор, мы ждем. Это... Яху! Его величество думает. Thank you.
заботой о благе твоем убрать Гулливера обратно. Не прерывай, короля мерзавцы. Что я? Ну ничего. Живу, народ опутав, народ опутав, народ опутав, народ опутав, народ опутав, народ опутав, народ. Король решил, Гулливер будет нашим солдатом. Мирно! Приготовились! 3, 4! Да здравствует мудрый король! Ура! Thank you.
Человечки. Живые. Да какие короткие. Да, мы кроткие. Но если ты будешь так громыхать, король придет в ярость. Ух, как страшно! Тише вы! Я ниссимо! У нас лопнут барабанные перепонки! Ну ладно, извините, больше не буду. Ваше величество, помилуйте его. Он извиняется и больше не будет. Но где я? Кто вы такие? Слава для доклада королю! Мы великий, мы могучий, выше солнца, выше тучи. Но не бойся наших род, очень мирный мы народ. Мирный народ? Народа я не вижу. Одни солдаты. Солдаты? Солдаты для украшения природы. Солдаты для устрашения народа. Вот как? Вы, может быть, и меня тоже? Да-да, и тебя тоже мы принимаем нашим солдатам. Да-да, солдатам. Кто? Меня? Королев? Каким солдатам? Дудки! Дудки! Какие дудки? Он согласен. Он хочет оркестр. Давайте ему дудки! Thank you.
если человек-гора будет драться за них, тогда он будет разбит вместе с ними. Правильно, мы пробьем любую гору.
попробуем его отвлечь. А потом и привлечь. Закрытый концерт в честь нашего высокого гостя объявляю открытым. Королевский кордебалет. Алле, оп. Чего-нибудь повеселить. Пожалуйста, пожалуйста. Королевские карлики-микропуты. У вас карлики? Забавно. Как живет ваш народ? Но
огород. Пожалуйста, пожалуйста. Песня о том, как мы живем. Может быть, вы умеете петь вернее, а? Попробуем. Горн труби, мы дети народа, растем в мире труда. Грянь труба, под солнцем свободы, горит пионерская звезда. Горн труби, далекие страны, лети, наш клич вперед, грянь труба. По всем океанам волна нашу песню поет. Громче, громче! А ну, это играть вульгарно! Мы землю изменим, труду полный разбег. Грянь труба, что в мире весеннем жил вольный счастливый человек. Рабочих всей земли. Такой ноты я еще не получал. Я говорил убить немедленно. Так и сделаю. Какие мелкие душонки.
немедленно приготовить партию орудий и снарядов против Гулливера. Будет исполнено, господин шеф полиции. Предупредим! Это ты меня разбудил? Тише, Петя! Кругом шпионы. Нас могут услышать. Откуда ты меня знаешь? По твоей тетради. А-а-а, по родному языку. Этот язык и нам родной. Я от рабочих подземного завода. Наконец-то! Ну, здравствуй! Петя, берегись. Тебя хотят убить. Итак, все в порядке. Снаряды будут. Прекрасно. Да. Что? Сто? Мало. 200? Мало. 300? Мало. А, 400. Ну так помни, завтра. Будь готов. Всегда готов. Боже мой! Живо сюда, ко мне! Слушай. Гулливер знает все. Гулливера рабочие предупредили. Заворонили! Сюда, ко мне. Слушаюсь. Катастрофа! Как же теперь быть? Гулливера отравить? А рабочих? Рабочим? Пулеметы! Прекрасно! Давай!
Пионер? Гулливер не курит и не пьет. Но у нас такой обычай. Ну, если обычай. Кажись, готов. Ну, главного прикончили. Теперь на бунтовщиков. Thank you.
Thank you.
Лилипутии объявляю открытым. Проснулся, путешественник? Ребята, какие вы большие!